назад. Видите, люди? Это уже что-то новенькое. Теперь голуби вокруг меня собираются. С птицами это еще не было. С собачками было, с кошками было. А чипсы они будут есть, а мы покрошим. О, ну-ка давай чипсы им. Покроши. А, покрошим сейчас. Покрошим. Эй, смотрите. Будете чипсы? О, нифига, вы кушаете чипсы. Ура! А ты говоришь, мы с чипсами скушаем. Хватит вам. Нифига вы голодные. Пошли. Прямо из пива. Ура! Давай им предложим с пивом. С пивом, да? Ну, предложи, может захотят. Можно сюда налить. Ну-ка давай. Давай сюда отольем. А, нам нужна будет крышка, ну ладно. Да ну ладно, пофигу. Я чувствую, что мы... Пофигу. Все, хватит. Пожрали и хватит, валите давайте отсюда. Или что-нибудь расскажите мне давайте. Расскажите мне что-нибудь полезное. Делать дела полезные, конечно. Их можно потрогать, видите? Можно их схватить даже, видите? Схватите и унести домой. Знаешь, что предлагаю? Чего? Покроши ладонь вот так протяну, они сядут тебе на руку. Давай. Так они меня будут клевать. Не, не бойся. Они меня сейчас уебашут. Давайте, давайте, ждите. Я молчу. Давай, все, я терплю, давай. Не ссы. О, не ссать. Ах, черт. Ах, вы вороны, склевали все, и мне, сука, ничего не оставили. Вот такие вы паловые. Вас кормить и кормить, а вы ничем мне не оставляете. Письмо бы хотя бы прислали. О, нифига, чайки прилетели. Чайки. Иди сюда, чайка. Ебанись, да, что будет, если она клюнет? Чайка, иди сюда. Вы чё меня тут? Вы чё? Окружили. Ой, сколько птиц стало. Дети опять пришли. Да что же такое? Опять дети вокруг меня плодятся. Дети, птицы, животные. Сколько можно? Надоели. Дайте мне пивка попить.